Это одна из первых икон праведного врача Евгения Боткина. В Самару образ доставлен со святой горы Афон по благословению старцев Хиландарского монастыря. В лике святых он прославлен в 2016 году как страстотерпец. Евгений Сергеевич Боткин был лейб-медиком семьи последнего российского императора. А после свержения Николая II отправился в ссылку вместе с царской семьей и был расстрелян в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Он мог бы остаться в Петербурге и стать великим ученым при правительстве большевиков, но чувство профессионального долга и сострадание к больному цесаревичу подвигли Евгения Сергеевича Боткина поехать в Екатеринбург. И это был крестный путь на царскую Голгофу. Евгений Боткин – сын врача Сергея Боткина, известного многими научными работами. В частности, он впервые составил описание вирусного гепатита. На основе трудов отца и сына Боткиных составлены учебники, по которым современные студенты изучают медицинскую науку. Свою жизнь Евгений Сергеевич провел как бессребреник, бесплатно трудился в Мариинском госпитале. Во время русско-японской войны служил добровольцем в действующей армии, а став придворным доктором, остался верен своему делу до смерти. В последнем письме, которое было недописано, которое выпало из его кармана и Юровским, организатором убийства царской семьи, было обнародовано, и сегодня его можно прочесть на просторах интернета. Именно он говорит о том, что я своих детей оставил сиротами, но не мог отречься от самого главного дела. И он верил своих детей промыслу Божию. Мы видим, как, собственно говоря, Господь позаботился о них. Икона святого Евгения Врача пополнила собрание святынь Троицы Сергиева храма на улице Авроры. Храм пока еще строящийся, служба в основном проходит на первом этаже. На втором началась установка иконостаса, оформление которого задумано как копия того, что в главном соборе Троицы Сергиевой Лавры. Олег Зверев, Константин Головин, события.